До конца года в Чувашии должны ввести в эксплуатацию 865 тысяч квадратных метров жилья. За 10 месяцев план выполнили на 61%. В 23 муниципальных образованиях из 26 объемы того же периода прошлого года не достигнуты. Смогут ли муниципалитеты справиться с нелегкой задачей, обсудили на видеоконференции с главами городов и районов республики. Объемы строительства многоквартирного жилья по сравнению с прошлым годом выросли на треть. Больше стали строить в Чебоксарах, Цивильском и Чебоксарском районах, чего не скажешь о других муниципалитетах. В то же время существенно снизились объемы строительства индивидуального жилья. Они составили всего 63% к уровню прошлого года. В соответствии с распоряжением Кабинета министров, рабочей группой проводились выездные проверки в администрациях района и городов, по результатам которых выявились случаи недоучета фактически построенных индивидуальных жилых домов, владельцы которых во избежание налогообложения искусственно затягивают процедуру оформления необходимых всех документов. Кроме недобросовестных владельцев, статистические данные вынужденно меняют не в лучшую сторону сами специалисты статведомства. В соответствии с новым законом не все индивидуальные дома могут войти в перечень нововведенного жилья. Если мы в прошлые годы оформляли и выявляли дома, которые были раньше построены, индивидуальные дома, оформляли документы и отчитывались по статистике, то на сегодня, с 1 марта, статистика не принимает дома, построенные старше 5 лет. В том же «АЛЛАТРе» есть где выявить дома и поставить их на учет, построенные. Пусть, да, мы понимаем, что они в предыдущие годы, но не все дома сегодня зарегистрированы. Это проблема, мы о ней говорим, рабочие группы создали, в принципе. И сегодня, если эти рабочие группы работают, то у вас результат должен идти. Муниципалитеты обещали за месяц максимально исправить ситуацию. Сделать это будет непросто. 2015 год выдался сложным для строительных организаций. Кризис в экономике привел к банкротству некоторых из них. Темпы ввода жилья в эксплуатацию замедлились. По прогнозам, 2016 будет еще сложнее. В связи с этим правительство работает сейчас над корректировкой некоторых плановых показателей. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика.